The Big One. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Владимир Чернов. Это дворовая школа игры на шестиструнной гитаре. Сегодня в выпуске. Блять, Моргенштерна, да? Бомбический кавер на трек Моргенштерна. Чарт-рулетка. А на десерт? Смотри видео до конца. The Big One. Кстати, как настроить гитару, ссылочка вот здесь. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк и бей в колокол. Попробуем перевернуть с головы на ноги, с ног на голову трек Моргенштерна. Трек Моргенштерна. Не переключайся. Вот вы слышали, да? Полное. Да, а вот давай попробуем сделать с вами еще полнее. Так, смотри, делаем луп, да, запускаем барабашки. Вот такие. Пойдет? Пойдет? Ага. Уплотним. Теперь бас. А как он там пел? Друзья, и здесь очень важен текст, потому как смысловая нагрузка просто бомбическая. Чтобы спеть это, надо знать текст, а текст надо знать хорошо. Поэтому для начала его надо прочитать. Да, я богатый уёбок, а? Похуй, да похуй. Хуй, огромный как пенис, член. На мне прыгает жопа. Моргенштерн. Пиздец. Вообще пиздец. The Big One. Вот вам трек меньше 5 минут. И погнали. Да, я богатый уёбок, у меня денег много, моё ебало коробка. Эти покушайте кашу, я пока ногти накрашу. Суки твои, не, эту пидорастию нахуй петь. Ну что, домоседы, а сейчас чат-рулетка. Мы исполним песню матершинную. Тебе нужно отгадать, кто исполнитель. Да, я богатый уёбок, у меня денег так много, моё ебало коробка. Хули, бля, ты такой робкий, ты даже базарил так громко. Так, так и быть, делай фотку, пока я добрый, сучка. Кто поет? Кто поет? Ладно, кто исполнитель? Нет, это чужая песня. Песня вышла недавно. Есть движение. На букву М. Это был Моргенштерн. Название песни знаешь как? What the fuck? The Big One. Есть для вас задание. Нужно отгадать... Да, нужно отгадать песню. Песня будет с матом. Давай. Да, я богатый уёбок, у меня денег так много, моё ебало коробка. А, это Моргенштерн Пусаси. Прикинь. Песня вышла буквально 3 дня назад, она прям уже в интернете, в ютубе очень. Моргенштерн? Ну можно даже не исполнять ее, короче, ты впрямую уже все сказал. Да. Надо не говорить. Да. Все, мы не будем говорить тогда. Добрый сучка, так, так и быть, делай фотку, пока я добрый сучка. Ну что, кто исполнитель? Да, да. Поешь песню ты, а называется «Ебала коробка». The Big One.
Да, я богатый уёбок, у меня денег так много. Моё ебало коробка. Моё ебало коробка. Это Моргенштерн. Отгадай песню в нашем исполнении. И назови, кто исполнитель. Добро? Ой, ну, да, не знаю, даже я очень тупая, такая глупая девочка. Останавливаемся, поехали. Да, я богатый уёбок, у меня денег так много, моё ебало коробка. Могу предположить, что это Моргенштерн, но не знаю. Я его не слушаю, я не его фанатка. Не слушаем, но вот поэтому... Вот мы решили проверить. Ну вот, учитывая то, что он сам себя называет уёбком, он всех называет такими словами, прям мерзкими. Ну, голова у него рил квадратная. О, сыграй что-нибудь, пожалуйста. Хули, бля, ты такой робкий. Ты даже базарил так громко. Так, так и быть, делай фотку, пока я добрый, сучка. Ну, кто ее поет? Моргенштерн. Давай. Дай, дай, я богатый уебок. У меня денег так много. Мое ебало коробка. Моё ебало коробка. Ну, твои варианты. Не знаю, бутырка. Ты уёбок. У меня денег так много. Моё ебало коробка. Моё ебало коробка. Ну, варианты. Недавно вышла эта песня. Свежачок. У него много-много дизлайков. Да, он популярен по дизлайкам. Раз, два, три. Нет, это был Моргенштерн. Твои варианты. Не знаю. Это Моргенштерн. О маленьком плоту. Эту песню знаю, а кто поет, не помню. Ее поет Юр... Шафутинский, что-то нет. Шафутинский. Да, я богатый уёбок. Мане, у меня денег так много. Моё ебало коробка. Хули, бля, ты такой робкий. Ты шипа занял так много. Да, так и мы делай фотку, пока я добрый, сушка. Да, я песня захуевший, сука. Твоя без одежды. Товарищ, если вам понравилось это видео, поставьте лайк или дизлайк, напишите в комментариях, кого еще можно разобрать. Ну, естественно, нажмите на колокольчик. Всем удачи!